Были к нам и из Голландии, и из Эстонии, и из Белгорода, и из Москвы, и из Самары, и из Саратова. Это было грандиозное событие, которое проходило на территории Пензенского государственного университета и в музее-заповеднике Тарханы. Очень приятно, что сегодня руководство вуза оценило наше открытие, которое было в 11 часов, те мастер-классы и образовательные площадки. Вы знаете, одновременно проходили на территории Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова сразу 10 образовательных школ и 10 мастер-классов. И это было две линейки, 300 студентов Пензенского государственного университета, гости форума, жители города Пензы, студенты других вузов, других учебных заведений приняли в этом участие. И это только начало. Я очень счастлива, что в зале присутствует проректор по воспитательной социальной работе Юрий Васильевич Еременко, который взял на себя огромную долю, львиную долю того, чтобы сегодня вся команда Пензенского государственного университета, управление по воспитательной социальной работе, Центр культуры и досуга, волонтеры, студенты, режиссер Сергей Анисимов. Вы понимаете, это такая колоссальная работа. Я кланяюсь вам в пояс. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо вам большое за то, что вы увидели в этом зерно. И сегодня на Пензенской земле к нам приехали великие, я бы сказала, музыканты, гениальные исполнители. Я не побоюсь сказать такого большого слова. И я счастлива, что сегодня утром я поняла, что то, что сделал мой отец 40 лет тому назад, организовав отделение по изучению русской традиционной культуры, и не только русской, в Пензенском колледже искусств, дает свои плоды. Что на Пензенской земле есть очень много его последователей, учеников. И вся наша работа направлена во благо наших детей и внуков. С праздником вас, дорогие друзья! И сегодняшнее событие бы не состоялось, если бы в этом году сотрудники отдела культурно-проектной деятельности, ваш покорный слуга и Алексей Малебнов, мой помощник, мы подали грант. Я благодарю Венеру Фатиховну, что Мухамеджанову, которая сказала, давайте, работайте, подавайте, не спите ночами, а вдруг получится. И у нас получилось. И этот грант мы выиграли от нашего Пензенского государственного университета. И поэтому сегодня вы увидите тех людей, о которых я мечтала всю жизнь, чтобы они приехали на Пензенскую землю. Но не буду больше терять время. Давайте действительно посмотрим, насладимся, порадуемся и почувствуем, что же птица здесь. Ну и, конечно же, откроет. Как вы думаете, с кого мы начнем? Со звезд, которые к нам приехали? Или с маленьких детей, ради которых мы это делаем? Детей. Конечно. Мы соберем все.
Пенза, ансамбль «Крутинка».